костюмом Анкиес уже всем известен. И Бус Насура. Да. И давай я сделаю загадку. Всем привет, ребята! Всем привет, ребята! С вами Марк и Андрей. Сегодня у нас вторая часть рубрики Mail Day. Сегодня у нас вот такие вот бэй. Буш и Насура. Ура. И Ахиес. Yes. Они оба четвертого сезона. Начинаю распаковывать буш. А вы пока что посмотрите на него детали. Хорошо. Начнем. Так. Вот это у меня набольчик. Да, много деталей. И там еще крутецкая пускалочка. Сейчас я достану свою пускалочку. Вот так что я распакую свой бейт. Рикотня. Так, я застёлкаю уже застёлки. Но стёжки у них очень крепкие. Давай я тебе помогу, Андрей. Пусть мать не поможет. Давай, смотри, сейчас тебя выучу. Мастер-класс для всех. Берем диск, берем бей и давим на защёлку. И так намного легче, чем пальцы. Давай я попробую. Пальцы. Попробуй, Андрей, теперь. Получилось? Нет. Это было выглядело красивее. Ладно. О, это как-то тоже тяжело. Понятно теперь, почему Андрей не мог. Ну вот. Кольцо обыкновенное. Какое-то остриё. Это Extend Plus, Андрей. Я очень люблю этот драйвер. Но ты выбрал бусы на стуле. Да, мне сегодня достался Буш Насура. Так. Вот такой у меня бейс. Если не оставлять. И он может переключаться? Да. Это балансирующий бейс. Очень прикольный. Я попробую его запустить. Но ей хочется. Опа. Вот это крутский. Так, теперь открою Буш Насура. Начнем обзор с крышки. Марк, я такое никогда не видел. Да. Как ты не нашел? И вот это очень редкие острие. Что? Резинка? Сейчас все об этом поговорим, Андрей. Сейчас я покажу сначала крышку. Тут абсолютно та же самая проблема. Я использую тот же самый лайфхак. И он прям легко собирается. Но в юном Анкиес уже всем известен. И Бус Насура. Да. И давай я сделаю загадку. Какой бэй из них сильнее? Кто угадает, победит в этом сервере. А кто нет, не победит. Кто не победит, ставит лайки, подписывается. А кто выиграет, ставит колокольчик. Так. Вот я собираю Буш Насуру. Вот такая вот она у нас получается. В Ахиллесе идет у нас балансирующий наконечник Extend Plus. Очень тяжелый диск. Кстати, в красном свете. Крышка с одним прикольчиком. Сейчас я его вам покажу. Запомнили, как выглядит Ахиллес? Теперь смотрите, какой Ахиллес. Он полностью изменился. Из-за того, что я снял рамку. Я не знала, что такое бывает вообще. Да, это очень прикольно. Так он защитный, а с рамкой он атакующий. Вот такой вот суперский Ахиллес. Мне, если честно, он очень понравился. Я бы поставила ему оценку не меньше 8 из 10. Теперь Буш Насура. У него в комплекте идет резиновый наконечник выносливого типа. Диск, который якобы должен крутиться, но, увы, у нас не работает. И хорошая защитная крышка без всяких там примочек. Вот такой вот Буш Насура. Не, ну по-моему, Буш Насуре тоже можно поставить высокую оценку за такой крутой наконечник и за крышку. Диски я чуть-чуть расстроен. Поэтому 6 из 10. Ну а на сейчас это все. Всем пока. И до скорых встреч!